Создали финансовую пирамиду, похитили более миллиарда и пытались скрыться. Сотрудники ФСБ совместно с МВД Дагестана задержали 4 россиян, привлекавших людей инвестировать деньги в цифровые активы с доходом до 500% годовых. Создавая видимость финансовой успешности, мошенники искусственно завышали котировки и выплачивали дивиденды за счет новых участников. Деньги обманутых вкладчиков распределяли между собой, приобретали недвижимость в России и за рубежом. Ущерб предварительно оценивается на сумму более 1 миллиарда рублей. Схема имела обширную сеть филиалов и в других регионах России – Москве, Казани и Симферополе, а также в Турции и в Казахстане. Меня незаконно задержали за якобы организацию финансовой пирамиды. Можете пояснить подробнее, что за пирамида? Я занимаюсь трейдингом, веду свой блог в Инстаграм и обучаю финансовой грамотности людей. И, соответственно, меня подозревают в том, что якобы я активно развивал и популяризировал криптопроект Юстер. Поясните, за что задержан? Консультировал человека по криптовалюте. Подробнее можете рассказать, что за криптовалюта, как она была основана? Нет, вот это я не знаю, как она была основана, потому что я консультировал только этого человека. Я не могу знать, как она была основана.